под вопрос. После воскресения, как все люди поместятся на Земле? Нас же будет триллионы, наверное. Прекрасный вопрос, связанный с откуда берутся души, сейчас у нас 8 миллиардов. На ваш ответ дает, на ваш вопрос дает ответ вот эта книга. Самая последняя книга Нового Завета называется «Апокалипсис». Мне все сказали, что вы с отцом Сергеем Кривичем читаете эту книгу, разбираете, узнаете что-то новое, это прекрасно. Так вот, в одной из последних глав этой книги, в буквально 20-й, а всего там 22 главы, сказано, что Господь Бог после второго пришествия и после завершения человеческой истории, очень красивый образ, и небо свернется, я как кожа. Дело в том, что раньше книги были не такие, как мы привыкли, они были на пергаменте, то есть материал кожи, и сворачивались в свитки. Когда человек дочитывает произведение художественное или, например, книгу, мы сейчас просто закрываем. А в то время сворачивали и ложили на полочку. Так вот, история закончится, человечество, и небо свернется, я как кожа. То есть история закончилась, книга завершена. Так вот, в Апокалипсисе сказано, что после окончания истории Бог создаст, цитирую, новую землю и новое небо, и море уже не будет, потому что прошлое прошло, да? Будет новая земля, и на этой новой земле, мы не знаем, какие будут там особенности, физические свойства, качества, размеры и все остальное. Это будет уже не наши, к которым мы привыкли, земля, а новая прекрасная земля, где будут все жить. И уж поверьте, кто как не Бог, который является мудростью, совершенством и любовью, и многие другие качества ему принадлежат, позаботился о том, чтобы мы там все поместились. И не просто как банка, как шпроты в банке, а вполне себе нормально, хорошо и замечательно. Доверьте Богу, это решение этого вопроса. Но имейте в виду, мир будет новым. Следующий вопрос.